привет! В Мельбурне сыро, холодно, противно. И еще и длинный выходной. Поэтому мы с сыном вдвоем, и он там отстал, решили свалить куда-нибудь по соседству. Поехали во Вьетнам. Это самое лучшее место, где можно поностальгировать о Советском Союзе. Тут все как в Советском Союзе. Такие же люди, такая же обстановка, такая же жизнь. Самая тяжелая задача во Вьетнаме – перейти дорогу. Ну, пойдем. Площади Хо Ши Мина. Вот и сам дядюшка Хо. Самый любимый человек во Вьетнаме. Это тот человек, который возглавил войну, в которой Вьетнам победил американцев. В принципе, единственная страна в мире, победившая американцев. Сейчас направляемся в местный зоопарк. Что там за зоопарк, не знаю. В нем я еще не был. Надо сходить проверить зверушек. Интересно, что постоянно подходит молодежь с просьбой поговорить на каком-то иностранном языке. Но со мной никто не заговаривает, а сын явно пользуется спросом. I like how laid back everyone is. And how everyone sort of just does what they want. Путешественников вставать надо очень рано. Но посмотрите, что творится за окном. 5 часов утра. Все уже проснулись, все уже что-то делают. Кто-то гуляет в парке, кто-то что-то продает. Город уже давно проснулся. Ну и нам пора уже собираться дальше. Сегодня должен быть насыщенный день. Приехали смотреть на туннели. Так называемые туннели Кучи. Партизаны здесь жили что-то, по-моему, 11 лет в этих туннелях. Вот отсюда они наносили партизанские удары американцам. Сейчас полезем в туннели. Как раз и фиг его найдешь. Хорошее место, где можно увидеть, как с помощью палок и всяких приспособлений из бамбука воевать с танками и вертолетами. Пойдем изучать ловушки.
а это мастерская. Вот бомба упала, не разорвавшаяся. Вдесятером притащили ее сюда. На костре выплавили весь тротил и разлили по баночкам. И получилась сотня гранат. Саму бомбу распилили на кусочки. На наковальне сделали из них такие пики. И получилась сотня другая таких ловушек. Все в хозяйстве пригодится. Тут можно пострелять из чего только хочешь. Хоть из пушки. Вот так делали из покрышек тапочки. Уходим в туннели. 250 километров туннелей. Можно бродить пару месяцев. Если следующая серия YouTube не выйдет через месяц, то ищите меня там. Очень жарко после туннеля. Что-то мне стало жалко американских солдат. Уже готовая ночевка в автобусе.